теперь он является самостоятельным артистом, у него уже контракт с музыкальным лейблом, он уже ездит в другие страны записывать клипы. Да, клипы снять. Но тоже сам сочиняет музыку, сам пишет свои песни. Radio Energy представляет новый сезон проекта «Песни» на ТНТ. И прямо сейчас в эфире Radio Energy живое выступление финалиста первого сезона. У нас в гостях артист Дэнни Мьюз! Привет, бро! Новая прическа. У тебя новый причесон. Тебя что, в армию забирают? Год назад был с волосами. Да, говорит... да, вот решил немножко поменяться. В честь Дня защитника Отечества. Да, да, скоро, кстати, 23-й. С наступающим праздником. Или даже завтра. Уже сегодня. Завтра, да. Говори в микрофон, а то мы тебя будем не слышать. Так, да, ты смотри, кто у нас сегодня в гостях. Дима Пермяков, знакомься, это участник нового сезона. А вы знакомы, да? Да, мы уже на бэкстейже считаем. А, на бэкстейже познакомились. Слушай, ну ты-то расскажи нам вообще, Дэнни Мьюз, артист, который уже, за которым следят миллионы в соцсетях и слушают твои песни на Ютубе. Вот ты себя помнишь год назад, как ты боялся выходить на сцену телепроекта? Вот как сейчас Дима стоит с гитарой, ничего не видит. Не то, что боялся, но хотя да, ну как бы естественно боялся все-таки, да, такое чувство есть всегда. Ощущался мандраж, но он и до сих пор присутствует, он всегда присутствует, просто сейчас уже в меньшей степени. Вот. Это приятно, да, когда артист тебя боится, да? Приходит тебе на интервью, тебя боится. А остальные выпускники, то есть из песни, вы как до сих пор общаетесь, как там общение пошло? Конечно, у нас общая беседа в телеге, в WhatsApp. Да перестань же, зачем тебе это надо? Ты уже самостоятельный артист. Почему вы гастролируете вместе? Они теперь конкуренты. Ну, артисты, они же отталкиваются друг от друга. То есть, ну, энергетика. Не то, что даже отталкиваемся, просто мы друзья. Во, видишь, как? Вот что-то человеческое в нем осталось, а он уже год в шоу-бизнесе. Дэнни, я тебя поздравляю с новым клипом, который вышел совсем недавно. Он был снят в Исландии. В клипе погода меняется каждые 2 секунды. А как было на самом деле на локейшене, когда вы снимали клип? В клипе погода менялась каждую секунду, а не даже 2 секунды. Ничего себе. То есть, на самом деле, мы рассчитывали, что погодные условия будут не такими жесткими. Потому что, ну, там ветер был около 25 метров в секунду. Ноги просто, ноги сдувало. Мы не могли использовать, типа, квадрокоптер даже, чтобы снимать вообще. Вот, снимали за 4 дня. Вот, монтируем видео, там тоже было около 4 дней. 4 дня, а песня всего лишь, говорит, около 4 минуты. То есть, получается, прикинь. Вот, короче, да, мы прям по-быстрому снимали. Но я считаю, что для... такой, как бы, для того, что мы так очень шустро сняли, это нормальный результат. Это нормальный? Ага. Давайте посмотрим, сколько собрал уже на Ютубе. В клипе ты слишком часто сидишь на земле. Сколько на тебе штанов в тот момент надето? Я спрашиваю, как турист, который мечтает поехать в Исландию. 2. Да. Спасибо. Одни с начесиком, термобелье, а одни молнии. Термобелье обязательно, без него никак. Ну, серьезно? Обязательно, носки, конечно. Носки, термобелье, вот это конечно, все. Конечно, конечно. Ага, вот нет, как я стать вышел артистом. В брючках, в кроссовках. Да, на тебя похоже, пошел. Да. Слушай, Дэнни, вот у тебя образ, ну, то есть реально, ну, внешне изменился, а... Есть люди, которые подсказывают именно, как выглядит, допустим, сейчас модно быть лисым, но завтра бородатым, то есть, ну, у вас если там... Если у тебя стилист, ты да, хочешь стилист, сказать? Или, ну, на этот процесс кто-то влияет? Да нет, я сам решил. Типа, просто вот мне как-то очень хорошо. Вот я вчера был в баньке и в первый раз лысым. Это какой кайф, ребята, ну это просто вообще это все. Дэнни, смотри, вышел же новый сезон проекта «Песни». Следишь ли ты за ним и где ты обычно смотришь выпуски? Честно, я не смотрел новый сезон. Вот, правильно, вот, и не надо. Типа Диму узнал вот, только сегодня. Не надо, потому что когда из ребят уже получатся уверенные артисты, они будут серьезные игроки, тогда уже ты сможешь да нет, не, а, не, воспринимать. Нет, не в этом просто типа... Ну, знаете, на инициативу. Просто времени нет на это. Да. Вот, видишь, вот. Песня Дэнни Мьюз, новая песня, на которую клип в Исландии снят. Как называется? Смотрите, Морозов сегодня в какой майке. Я сегодня по случаю твоей песни наделась. Птицы. Пингвинчик. Вот я хотела спросить, а почему не конкретизируешь, каким птицам ты посвящаешь? Может, пингвины, это сороки. Мой сова. Да, потому что у меня там нет именно какого-то прямого, именно на какой-то определенный вид типа птиц, да? Да, а это в общем.
Это в общем, конечно. То есть это я там в этой песне типа есть такая аналогия с свободой. То есть песня вообще о свободе. Впервые услышала эту песню, я думала, наконец-то написали песню про пиццу. И сделала это Дэнни Мьюз. Мне снова стали сниться пиццы. Вот это, думаю, наконец-то кто-то посвятил нормальному продукту свою песню. А там разве была пицца? Вот, к сожалению, нет. Песня называется «Птица», и я просто плохо слушала. Я тоже не слышал «Птица». Вот как раз живым исполнением этой песни, на которой недавно, вот буквально на этой неделе вышел клип, сегодня у нас в гостях Дэнни Мьюз. Ladies and gentlemen, Дэнни Мьюз! Вот, и где же пицца, хочется тебя спросить. Все в романтике про птичек, да, про свободу, про да? свободу, про море свое, да. Дэнни Мьюз сегодня у нас не просто представляет свою песню, но и делится секретами, как, значит, стать финалистом телепроекта. Пока говорит только романтичные вещи. Делай в то, что веришь, делай это от души. Ну, ты нормальный совет можешь дать? У нас сегодня здесь, между прочим, участники. Ну, как нормально? Я, типа, сам с таким позывом шел вообще на проект. Ну, с каким? Чтобы все будет честно, и тебе сразу подарят карьеру. То, что будет честно, да. А то, что подарит карьеру, я даже об этом не думал. И что, и было честно? Да, да. Какая скучнота. А хотел бы ты еще раз пройти через это, но с точки зрения опыта, того рывка, который ты получил за прошлый сезон? Честно говоря, не очень. Правильно. Особенно не хочу попадать в реалити, знаешь, потому что я там немножко сходил с ума. В этом году уже нет реалити, вот. И ты считаешь, это правильно, да? Да. То есть это правильно, что нет реалити больше в этом году? Да, наверное. Ну, потому что, ну, как бы именно для меня это было тяжеловато все. Ты интроверт, скорее всего, да? Но именно, ну... Нет. А, нет? Ну, то есть я что-то такое посередине между экстравертом и интровертом. А, амбиверт, короче. И то, и другое, да. Саймон, вот я сегодня стал психологом. Я смотрю, ты обзываешь человека еще ни за что, он даже еще ни разу не сложал. Если вдруг у меня там что-то случится, я прям к тебе сразу запишу. Окей. Смотри, у него уже, знаешь, психушку пора назвать его именем, сколько у него уже пациентов. Так, смотри, мы сейчас тебе предлагаем спеть вживую, как ты всегда делал, как ты умеешь делать лучше всего. Мы поздравляем тебя с клипом на песню «Птицы» и ждем ее в прямом эфире. Все, слушаем. Стали сниться птицы, они во сне из рук моих в небо летят, и сердце не боится биться, и больше мои птицы домой не хотят. Надо мною белые пастыри стелят акварель.
Снова стали сниться птицы, они во сне из рук моих в небо летят, и сердце не боится биться, и больше мои птицы домой не Что-то напоминало. Есть такой композитор, да. Музыкант, ты знаешь такого, наверное, да? Вроде слышал. Да, это помнишь музыка к фильму «Один плюс один»? Да, он там все писал, да. Точно, похоже, прямо оттуда. Даже внешне? Да, Людовико тоже в очках и тоже... Так неудобно, мы подготовили подарок Дэнни Мьюз в связи с выходом песни «Птицы», тем более он сам признался, что птицы, неважно какого рода, поэтому... Ну, можно мы вручим, но немножко неудобно. Ты все-таки оказался интеллигентный, добрый человек, а подарок так себе. Я даже боюсь представить, что же... Мы дарим тебе этого орла. С наступающим тебя днем всех мужчин. Смотри, он тоже умеет петь. Надеемся, таких звуков никогда не будет в твоих песнях. С наступающим праздником, бро. С песней птицы, с наступающим праздником. И пусть, когда ты будешь смотреть на эту птицу, ты вспоминай такую теплую компанию здесь, в эфире Radio Energy. Пусть она придает тебе сил на новые твои творения. Да, теперь дома будет звучать двуголосие. Пожалуйста, нет. Это саундтрек. Вы видели в интернете, есть то ли кореец или китаец, который полностью создает известные хиты на... резиновых курицах, да, которые мы подарили Дэнни Мьюз. Причем все ноты подбирает круто вообще. Ну, если не просто по размеру отличается, вот. Да, и, типа, естественно, высота, да? Да. Вот идея для новой композиции. Да, кстати. Ребята, спасибо огромное. Сделаем доброй традицией вот такие пятничные концерты с участниками, финалистами, участниками нынешнего проекта песни, потому что спасибо вам за талант, спасибо за живой, ребята, концерт. Это очень здорово. Спасибо вам, ребят. Вы всегда на позитиве. Это вообще классно. Я прям по вам, на самом деле, очень скучился с прошлого года. Дэнни Мьюз! Теперь еще стыднее за резиновую курицу. Yeah.